Всем привет на нашем новом канале. Всем привет. Саша и Настя нас уговорили на каникулы поехать на море. Да. Мы сейчас быстренько пробежимся по магазинам и купим что-то необходимое. Да. Саша наш сейчас в музее «Медуз». Пошел на экскурсии вместе со своими одноклассниками. Да. А у нас шопинг. Да. Смотри, какая красавица машина стоит. Саша такой мечтает. Класс. Что это за модель? Это BMW i8. Это электромобиль? Нет, мама, это не электромобиль. Это просто ракета-космос машина. Супергоночный кар. Как, на какой мы катались, как это? Похожая типа на Теслу? Да. Это типа совсем Tesla. Другая машина. Ну, смотри, почти похожа. Пошли, наверное, в H&M. Посмотрим, да. Футболочки для Насти, шортики. Юбочки, платьишко. Ты что там увидела? Здесь а вишенки какие красивые. Вики Шоу. Ага. И яблочки. Прикольно. Смотри, а комбез какой. Легкий такой. Смотри, какой костюмчик прикольный. Юбочка красивая. Или это платьишко? Хочу такую кофту. Красивая. Ну давай будем уже что-то мерить. Много вещей нам не надо. Найдем пару обновочек. Можем и шортики. Ты уже что-то мерила, Настя? Нет. Настя, будешь мерить платьишко? Да. Мне вот это нравится. Давай. Донесешь все к примерочной? Запас одежды. Донеси. Что там, Настя? Анна. Что ты нашла? Смотрите. Ага, так Анна, так Эльза. Вот Анна, а вот Эльза. В общем, на каждом ряду какая-то эта красота. Все такое милашное, красивое. А зачем тут такой сумочек? А запись? Это не с бантиком. Милашка. Анна, покажись. Модная. А если так, будет прикрывать сумочки. Сейчас в тренде Эльза. И сумочки, и ободочки, и купальники. Все с Эльзой. Мне нравится. И еще такой яркий. Берем. А Саше можно взять вот такие яркие шорты. Да, прикольный цвет, очень яркий, нравится. Думаю, что с размером угадаем. Для папы нету таких? О, маленькие все. По секрету вам скажу, это женское царство. Везде все им подходит. Что не возьмешь? Купальник, кофточка, футболочка, шляпка. Все подходит, да? Пап, чего ты без нас пока снимаешься? Я о вас рассказываю. Женское царство. Да, это женское царство. Все верно. Точно берешь эту кошечку, да? Точно. Настя, смотри, какая красота. Давай тоже возьмем. Давай. А для Саши еще такие шорты. Да. Да, прикольная тоже расцветочка. Папа, извини, но пока что мы тебе ничего не нашли. Я в свой отдел еще не ходил. Сейчас пойду и тоже наберу кучу вещей. Хорошо. А теперь дома мы посмотрим, кто выиграл, у кого красивее одежда. Чалы, что ли? Да. Настя, шортики с вишенкой. Я хочу себе такие очень сильные. Это мой размер. Классные, правда? Черри. Черри шорты. Давай найдем. Мам, тебе нравится это занятие? Да, мама получает большое удовольствие от шопинга. Шопинг. Мы сейчас шопим. Мы сейчас будем шопиться. Но мы уже шопимся. Очередная красивая вещичка. К нам уже присоединился Саша. Привет. Привет. Заболел немного вчера на футболе. Ну да, чуть-чуть. Ну, сейчас примеряет новый образ. Готовится, да, к поездке на отдых. Как тебе?
Хорошая футболка, шапка тоже классная. Такой островная тема. Да, да. Надо да. ехать на остров. Мы уже дома. Вот и мои обновки, а вот и Сашины. Да, обновки для Саши и для Насти. Вещи для папы и для мамы. Думали, что купим по пару футболочек, а накупили много всего и для всех, да? Да. Так как магазины уже переполнены летней и весенней одеждой, не удержались и обновили свой летний и весенний гардероб. Да, потому что этот магазин нам очень-очень сильно понравился. Ну что, стираем, сушим, гладим и собираем чемоданы? Да! Наконец-то! Чемоданы уже собрали. Что, спускаем вниз, Саша? Да. Настя, ты даже шапку уже одела. Да. Саша качает на наругу фильм. Кроссы как светятся, покажи. Класс. У нас начинается семейный отдых. Спускаемся. Все настрой. Я еще взяла свою любимую пляжную куколку. Класс. Мам, я такси уже вызвал. Машина подъезжает. Папа уже такси вызвал. Все. Спускаем чемоданы? Да, спускаем и едем. За фильмом подымемся еще, да? Да. Нам так повезло, мы уже завтра будем купаться. Есть мороженое. Классно. Кто тоже едет на весенние каникулы на море, пишите в комментариях. И ставьте плюсики и лайки. Все, компьютер уже на месте. Настя ждет, не дождется. Я наверху уже свет тоже выключил, все проверил. Последний чемодан готов. Смотрите, какой у нас яркий чемодан. Это Сашин. Сашин, самый красивый, да? Да. Так, ребятки, машина уже подъезжает. Выходим, грузимся. Да. Ну, все, поехали на море? Поехали. Хорошего отдыха. Мне уже жарко, я хочу уже выйти на улицу. Поехали. Мы уже в аэропорту? Да. Сейчас обмотаем свои чемоданы и садим багаж. Пойдем на регистрацию. Да. Ребята, знаете, то, что мне не нравится? То, что это нужно все проходить. Хочется уже поскорее на море, да? Да. Хочется уже только обмотать и просто сразу сесть в самолет. Ничего, немножко подождем. Наше путешествие начинается. Настя ждет регистрацию. Что там написано, Настя? Не написано, а там телевизор, видите, показывает разные красивые рисунки. Я сейчас смотрю. Как ты думаешь, на какой циферке мы будем проходить регистрацию? Про что ты имеешь в виду? Вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, видишь, на зеленом? Да. Я думаю, давай 9, да? На 9? Да. Ну да. Сань, как ты думаешь, на какой цифре мы будем проходить регистрацию? 10-11. 10-11. Мама, ты как думаешь, на какой циферке мы будем проходить регистрацию? Настя сказала 9, Саша 10-11. 9-10. Угу. Класс. А я возьму вот так кардинально... 3-4, я скажу. Нет, я тоже. Тоже 3-4? Да. Просто вдруг ты тоже знаешь. Действительно. У нас регистрация. 8, 9, 10, 11 и 12 дорожки. Я и Саша угадали. И Настя тоже. Да. А вот еще... Давайте еще по напитку возьмем. Чего-чего? По напитку. Ну, мне сок, Саша, колы. Ну, пошли? Пошли. Да. Вот такие у нас дела. Саша там спит на заднем плане. Настя тоже уснула. Но через пару минут мы уже идем в самолет. Ночью все хотят спать. Ночью все хотят спать. Уже почти 3 часа ночи. Так, мы на посадке уже, вышли с автобуса. Настя замерзла? Да. Вот наш красавец стоит. Нет, мне очень сильно холодно. Поехали уже в лето. Поехали. Ну все, погнали. Погнали. Мы уже в самолете. Саша возле окошка. Да, он всегда возле окошка. Будешь наблюдать за ночным городом? Да. Ночь? Будем спать? Наверное.
Догоняем наш чемодан. Настя увидела наш чемодан? Да. Это не наш. Наш только один. Вот наши вещи. Папа, лови! Так, готовы. Последняя проверка и в автобус. Да, пошли уже искать наш автобус. Номер 46. Настя, найдешь номер 46? Поехали. Погнали. Какой ветер! Часец. Осторожно. Крутая прическа вообще. Ничего не вижу. Сань, заходи. Завтрак. Печенье, соломка. С аэропорта люди по-разному добираются. Кто на такси, кто на маленьких маршрутах, кто на автобусах. Все зависит от того туроператора или вообще от того способа, как он сюда прилетел. Мы с туроператором, поэтому едем на огромном автобусе. Нас везут прямо в отель. Настя, вон и море. Ну, сейчас останусь. Сильный ветер, такие большие волны. Наверное, я сегодня не пойду купаться. Настя, смотри, что тебе дарят. Ух ты, спасибо. Настоящая египтянка. Да. Пока мы с мамой и Настей ходили смотреть нашу комнату, Саша остался охранять вещи. Вот так вот сторожит. Мы его запечатлели, покажем потом. Есть фото. Короче, Саня не заселился, но уже компромат есть. Открывай самый младший игрок. И начинаем игру. Входим в комнату. Папа придумывает. Вот и наш номерок. Да. Так, приехали наши чемоданы. Здравствуйте. Здравствуйте. Что там у нас? Очень красивый вид. И море, и бассейны. Смотрите, какая высота. Вся территория у нас на виду. Да, уже жарко стало. Да, солнышко очень так хорошо припекает. Да? Сначала испугались ветра, да? Но да. Я думаю, что мы привыкнем. Да, я думаю, что мы привыкнем. Вот это здесь у нас балкон. Да, балкончик красивенький. Точками и столиком. Здесь у нас спальня. Да. Две кровати и диван. Да, я буду спать на диване, а Саша, наверное, на кровати с папой, а мама здесь. Наверное, так. На ресепшене нам сказали, что решают вопрос, чтобы поставить еще одну кроватку. Да, хорошо. Место здесь есть, было бы хорошо, да? Да. Потому что диванчик, смотрю, очень маленький. Ну вот, семейство, мы уже добрались к номеру. Меньше суток пути, все нормально. Идемте посмотрим ванную. Сейчас отдохнем, да. Немножко поспим. Да. Или пойдем позавтракаем сначала? Нет, сначала пойдем купаться. Купаться уже? Да. Так, свет у нас уже включен. Душевая кабина, да? Да. Ванной нет. Здесь у нас умывальник. Еще туалет. Да, здесь понятно. Даже биде. А для вещей у нас достаточно места? Да. Так, хозяюшки, проверяйте. Сейф. Это полочки, все, сейф. Настя, тапочки. Смотри, даже тапочки есть пляжные. Вау, смотрите, точно, не комнатные, а пляжные. Прикол. Ну, я думаю, что это в комнате мне ходить, правильно? Может быть. Белые халатики. Вот такие вот
Плечиков немножко маловато. К сожалению. Ничего. Это небольшая проблема. Разместим свои вещи. Номер светленький. Неужто такой он и большой? Конечно. А вид какой? Но вид просто бомба. Запах моря. Солнышко. Даже фотографии можно сделать. Это просто бомба будет. Прикольно. Нам вдвойне приятно, что начало наших каникул, нашего отдыха совпало с выходом, точнее со съемкой первого ролика на нашем блоговом канале. Кстати, напишите в комментариях, как вам вообще идея, нравятся ли вам влоги о нашей семье, о нашей жизни. Нам интересно будет ваше мнение, да, мам? Да, обязательно, ребята, напишите. Мы обязательно снимем еще материал о нашем отдыхе. Ждите от нас следующие влоги. А сейчас расставляем вещи, приводим себя немножко в порядок. Подуставшие после дороги. Будем Сашу. Саша у нас продолжает спать. Но ничего. Сейчас все хорошенько отоспимся. Отдохнем с дорожки. И туда, в тот рай. И всем пока-пока. Пока-пока. Пока. Пока.